Мы продолжаем знакомить вас с группами, которые у нас в России, в Европе совсем неизвестны, однако очень популярны в другой части света, в Азии. На этот раз это южнокорейский Girls Band, который так и называется Girls Generation. Девушки появились на сцене в 2007 году. Через 4 года они стали гиперпопулярны уже не только в Южной Корее, но и во всей Юго-Восточной Азии. До дебюта участницы группы уже были задействованы в шоу-бизнесе, как актеры, диджеи и модели. Но настоящая слава пришла к ним только в этой группе. Сегодня Girls Generation — это 9 девушек, которые очень сильно похожи друг на друга. Их последний альбом вышел в 2010-м и побил все возможные рекорды продаж. Girls Generation продали 100 тысяч копий пластинки только в Южной Корее и стали первой популярной девичьей группой более чем за 10 лет в этой стране. Мало того, девушки пробились даже в японский шоу-бизнес, что корейцам всегда дается непросто. Их концерты стали самым крупным дебютом корейских артистов в Японии. Тысячи фанатов купили билеты на их выступления в Японии. Группа уже даже заключила контракт с лейблом Universal Music. Вот в сентябре планируют выпустить дебютный сингл уже на японском языке. В стране восходящего солнца девчонки уже получают разнообразные награды. Одна из последних на 23-й международной выставке достижений японских ювелиров. Организаторы экспозиции для привлечения внимания там учредили специальную награду, номинацию, название которой примерно переводится как «Лучший носитель ювелирных украшений». И вот в этом году ее получили именно Girls Generation. В общем, успех налицо. Знакомьтесь, сейчас вы услышите, как девушки поют, и оцените, чем они отличаются от наших блестящих или стрелок, например. Ну, а на этом искусственный отбор на сегодня подошел к концу. Всем удачи, смотрите нас завтра. Sorry, guys.